Добрый день. Сегодня речь пройдет про 3D-принтер. Я его собрал самостоятельно. В этом была и основная цель создания этого 3D-принтера. Это самостоятельная сборка. Причем сборка его шла самостоятельно с самого начала. То есть я модель ниоткуда никакую не брал. Полностью в графическом пакете, в инженерном пакете ее сам создал. Единственное, конечно, что я взял уже собранное, это, конечно, плата 3D-принтера SQR1.3. Что здесь интересного? Значит, объем печати, то есть площадь печатаемой поверхности 380 на 320. Высота печати тоже 380. Дальше моторы 3-амперники стоят с валами на 8 мм. Сам, смотрите, Core XY, система 3D принтера. Ремень 9-миллиметровый с жесткой стальной, со стальными сердечниками ремень. То есть он не растягивается. Осталось только создать тут коробочку, чтобы все это уложить внизу. Основное все работает, как ни странно. Неплохо очень печатает. Вот можно посмотреть, какой тройной мостик он там он напечатан был. Ну, здесь кубик тоже. То есть отлично, я бы сказал, с мостами он справляется. Двигатели 3-амперные, но их, как выяснилось, здесь в принципе много, наверное, хотя, ну то есть 3 ампера ток я здесь не даю, сейчас здесь ток 1,2 ампера, и то можно, наверное, понизить до 0,6 ампер, и все будет работать. Плата управления SQR1.3, сейчас мы туда перейдем. Вот она, плата управления, 32-разрядная плата, очень удобная, интересная плата. К ней удобно подключать внешние драйвера шарговых моторов. Я специально такой выбирал. Дальше что? Вот два драйвера внутренних. Это драйвера у нас для экструдеров, для двух экструдеров. Вот смотрите, справа тут плата коробочки. Это у нас плата стабилизации оси Z. Так как ось Z у нас на двух моторах выполнена. Вот один. А вот второй с двух сторон. Соответственно, всегда существует вероятность, что будет рассогласование, и стол нагнется немножко либо в одну, либо в другую сторону. Ну, можно, конечно, и вручную подмерять там. Но я решил не мудрствовать лукаво, а поставить, значит, платочку такую на ESP32. Два концевичочка зацепить с одной стороны и с другой. И написать программу для ESP32, которая бы при нажатии кнопок синий и белый, она, значит, работает таким образом, что выводит стол вверх на концевички на эти и стабилизирует его по положению. Так, что еще интересного есть? Рама куплена на сайте «Собери завод». Ну, не рама, в смысле, а сами уголки вот эти профиля. Естественно, что предварительно я их в инженерном пакете отредактировал, то есть сделал, создал модель нашего 3D-принтера. Потом уже заказал резку, с резкой все, «Собери завод». Ну и все, они прислали. Вот еще интересно, стол вот этот алюминиевый я заказал в Томске. Там есть ребята, которые режут. Специально для таких мелкосерийных, как я, ребят высылают. Дальше смотрите. Стол. Стол у нас на 220 вольт подключен через реле. Вот оно реле. Реле. Соответственно, напрямую на 220 вольт. 600 ватт в нем. Работает отлично. Ну что еще сказать? Второе сопло я еще не тестировал. Его работоспособность. Ну а первое работает
на, я бы сказал, на 4 с плюсом. На 5 я, ну, может быть, даже просто на 4. На 5 я бы сейчас не сказал. Так, с чем я пролетел, единственное, точно, это с пружинками. Пружинки придется где-то искать на стол. Вот, они у меня какие-то тут я нашел, они разные, и стол не очень красиво настраивается из-за этого. Так, вверху вот два шаговика подачи ленты. Ну, поставлен сейчас один только, одна катушка, потому что мы, в принципе, печатаем одним соплом. Ну, в принципе, их два. Вот сам экструдер. Скорость небольшая, потому что идет тестовый режим. Там будем уже разбираться со скоростью, увеличивать ее можно или нельзя. Да и стол, на котором это все стоит, довольно сильно шатается. Ну, пока все. Спасибо за внимание. До свидания.